Набор 41626 «Грут и ракета» 2018 года выпуска содержит двух персонажей, которые впервые появились на экране в фильме «Стражи Галактики». И в последний раз мы их встретили в «Мстителях. Война бесконечности». Собственно, их и выпустили к этому событию. Ракета – это енот, рост которого меньше, чем у остальных персонажей. Поэтому ракета построена с использованием новой конструкции ядра 3x3 против обычного 4x4. Мне понравились усы у ракеты, использующие деталь, которая также использовалась для когтей Росомахи. Однако его уши совсем неубедительны и не торчат сверху головы, как это мы видим по фильмам. Торс ракеты имеет принтованную деталь, напоминающую его комбинезон. Густой хвост животного расположен на его задней части, которая в остальном безликая. Этот персонаж вооружен достаточно крупным бластером. Хоть модель ракеты имеет недостатки, это приемлемые и узнаваемые представления ракеты в формате Брихетс. Грут – это разумное древовидное существо, переросший свой цветочный горшок и став, наконец, подростком, как мы видим в фильме «Мстители. Война бесконечности». Его кожа темно-коричневого цвета, похожая на кору, и улучшена за счет использования печатных кирпичей 1x4 и плиток 1x2. И по мне, это выглядит великолепно. В руке Грут держит портативную видеоигру, с которой не расстается на протяжении всего фильма. Она представлена в наборе в виде прозрачного талика 1x2 с печатью. Его тело и голова асимметричны, как и следовало ожидать от дерева. Возможно, самая классная особенность – это зеленый росток на голове, поверх оливково-зеленых плиток. Я думаю, что Грут великолепен, но ракета менее впечатляет. Уши, прямо скажем, жалкие, и вся верхняя часть больше похожа на какую-то шапку-ушанку. Также у ракеты отсутствует характерный для енотов белый цвет, в том числе и на хвосте. При всех недостатках я подозреваю, что это не остановит поклонников этих популярных персонажей добавить их в свою коллекцию Брикхедс. Я бы даже посоветовал их приобрести тем, кто не собирает Брикхедов вообще. Я надеюсь, что вы нашли этот обзор информативным. Дайте мне знать, понравился ли он вам, и поделитесь своими мыслями о наборе в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Равель и канал Зурн. Всем пока!